Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас конец апреля. Сегодня буду укладывать на проращивание семена желтой сосны скальной. Здесь в упаковке около 50 семян. Первая пробная партия где-то в количестве 15-20 штук. Вложим на проращивание. Также использую для этого контейнерный метод. На дно ложу ватный диск. Увлажняем раствором фитоспорина такого оттенка. И по площади ватного диска укладываем семечки. Семена уже крупнее, чем сосна обыкновенная. Получилось порядка 20 семян. Дополнительно увлажним еще. Закроем все это дело крышкой. В крышке не забываем делать отверстие для вентиляции. И устанавливаем этот контейнер в теплое солнечное место. Периодически проветриваем. Открываем, также по необходимости увлажняем с помощью распылителя. Так что ждем появления всходов. На этом пока все. До свидания.